Новенькие пластиковые трубы, исправные счетчики, а главное – здоровые нервы. Еще недавно в квартире Любови Панфиловой протечки в кладовке или ванной были обыденностью. Теперь все изменилось. В ее доме выполнили капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Поставили все качественно, прямо, довольны работой. Ребята молодые работали, бригада, очень энергично, нам буквально за один день сняли старые все трубы. И в этот же день вечером нам дали уже воду. За ходом работ по результатам регулярных обходов домов следят представители управдома Заволжского района. Они помогают и документы составить, и оценить качество ремонта, выполненного подрядчиками. Ежедневно практически выходили на объект, вот, выполнялся постоянный контроль. На данный момент жалоб и нареканий не было от квартиросъемщиков. В соседнем доме на улице Серго Орджоникидзе капитально ремонтируют кровлю. Покрытие не меняли много лет. Рабочие демонтируют старое. На его место укладывают современный гидроизоляционный материал. Ему не страшны ни жара, ни влага. Также заменят кровельное железо. Каким будет результат работ, видно на крышах соседних домов. Там капитальный ремонт провели в прошлом году. Всего в этом году будет сделано капитального ремонта на 12 кровлях. На трех домах капитальный ремонт межпанельных швов, их герметизацию. И около 8 домов делают капитальный ремонт лежаков отопления. Вид и время проведения работ жильцы выбирают сами, если у дома открыт спецсчет в банке. На нем накапливают средства на капитальный ремонт. Как только появляется нужная сумма, собрание собственников принимает решение и отправляет заявку. Дальше, чтобы помочь жителям правильно организовать работу, включается управдом. Павел Волков, Денис Лосев. День в событиях.